Реклама – двигатель политики и торговли. Телевидение – на нем двигаются интернет-издания. Мы говорим о человеке, работающем в кино с 1982 года. Он первый сделал рекламный ролик в столице металлургии в 1995 году. Что сейчас? Работа на всех типах носителей, аэросъемка, 3D-графика и лучшее понятие того, что вам необходимо. Да, это стоит дорого, но оно того стоит. К слову, есть еще и идеальное звуковое оборудование в России и знающие диджеи. И все это вы можете заказать в ProSound по телефону плюс 7 951 470 07 70. И вот она какая дивная ситуация, да? То есть доллар уже вниз упал, и ценники должны быть тоже внизу. Но не всегда так и есть. Потому что я заправил машинку и чуть-чуть так малость посмотрел, а что у нас бензин-то вверх пошел. Что-то я не понимаю, доллар даже ниже, чем в прошлом году был. Ну да ладно, то есть не все соблюдают нужные категории цен, к сожалению. Но мы, в смысле электросила, что на улице Комсомольская, 17 и на вокзальной 5, соблюдают паритет цен. Почему они соблюдают? И почему это происходит? Потому что здесь большим уважением относятся к вам, жители города Магнитогорска, а также тем, кто сюда приезжает. И поэтому я бы, конечно, хотел вам показать огромный склад. Он и здесь огромный, и везде он огромный, реально огромный склад. Но мы не будем это делать. Мы лучше покажем, как мы работаем. И покажем то, как нам доверяют люди. Вы довольно часто появляетесь здесь, да, наверное? Ну да, бывает. Хороший магазин. Хороший магазин, да? Приемлемые цены. А вы здесь тоже часто появляетесь, да? Да, время от времени появляюсь. Нравится? Нравится. Будем говорить, что в принципе идеальный вариант, да? Не сильно дорого и красиво. Идеальный, я можно сказать, это уже можно высоко сказать, но все очень хорошо. Очень объясняют, все прекрасно. И цены приемлемые. Ну, как бы бывает, захожу, лампочки приобретаю, розеточки, когда что пригодится. И по сути событий можно же здесь работать вместе с электросилой? Да, да, я даже скажу, нужно. Чтобы это было понятно, да? Мы сюда пришли, и вот, вот товар, который зайдет на склад. Очень немаленькое количество товара, если честно. И они работают так, чтобы вы, придя сюда, все сразу же здесь и взяли. Это грамотный подход к делу. Не просто разговор о том, что небольшой отвал. Такие люди тоже случаются, да? То есть придешь, там ничего и нету, и они еще на рекламу не ведутся. Здесь ведутся. Здесь люди понимают, что круче телевидения нет ничего. Ну, а я буду считать, что тоже неплохой человек в области телевидения. Естественно, я вам показывал завоз. Вы видели это в 19 году века 21-го. Но это меня порадовало больше. Пройдет немного времени, но любовь россиян к дереву вернется. Она уже здесь есть, в электросиле. Все классически скрыто под дерево. О, как! Не будем даже показывать. Не будем показывать. Но тем не менее, мы сюда пришли. Мы там были на Комсомольская, 17, пришли на вокзальную 5. Во! Тот же самый качественный, новый, изумительный товар. Да-да-да, ну рано или поздно, естественно. Как вы прекрасно понимаете, энтропия нам не дает жить спокойно. Вот. Но тем не менее, зная, какие здесь ценники, зная, какое здесь качество обслуживания, зная о том, что жить-то в принципе можно и в Магнитогорске, причем настолько качественно, насколько вы вряд ли проживете где-то в другом городе, потому что у нас есть что? У нас есть электросила. Здесь на вокзальной 5 и на Комсомольской, 17. Вы, наверное, ремонтом занимаетесь, да? Да, немножко. Это хорошая тема. Так, 0,44. На ремонт много вещей уходит, да, ведь? А, ты сделала, да? Наверное. Но тем не менее, покупаете все здесь, да? Ну да. Нравится здесь? Лучше, хорошо. Нет? Он бывает здесь постоянно. А вы знаете, да, что он сюда приходит? Да, ну просто специально сюда заехали. То есть, в принципе, нормально, да? Нормально.
Вот это вежливые продавцы. Все вот это вот мое. Это все ваше? Да. Пожалуйста. Как заказал, так привозят сразу. И ведь принцип Burger King, KFC, McDonald's, Lay's, он же Pepsi и Coca-Cola здесь знают. Поверьте, только телевидение глазами горожан говорит правду. Вы не меня знаете, вы знаете горожан. И вот они говорят об этом, и это и есть суть события. Все ломается, но все делается без криков и визгов. Просто пришел и купил. О ремонте мы говорить не будем. Все, кто ремонтируют дома, закупаются здесь же. Я имею в виду качественный ремонт на века. Это наша жизнь, а это мое правило показывать вам ситуацию, достойную подражания. Только таких-то мало, вот как. Я бы, быть может, сказал, хотя почему? Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Не видал ли ты на свете того самого места, где очень недорогое электричество? И ветер вам скажет, видал. Тут я проезжал по Уралу, ну, на Южный Урал забрался, в город Магнитогорск. Заскочил, ветер же много чего видит в этой жизни, да? Прокатился он по улице Комсомольской, затем заехал на вокзальную и сказал, да-да-да-да-да, вот здесь, в Магнитогорске, то самое замечательное место. Замечательное место? Ну, не только что я вам сказал. Тут много моих В общем, тех, кто живет в моем городе, говорят, то, что это качественный и замечательный вариант, когда есть у нас в жизни электросила. Реклама – двигатель политики и торговли. Телевидение – на нем двигаются интернет-издания. Мы говорим о человеке, работающем в кино с 1982 года. Он первый сделал рекламный ролик в столице металлургии в 1995 году. Что сейчас? Работа на всех типах носителей, аэросъемка, 3D-графика и лучшее понятие того, что вам необходимо. Да, это стоит дорого, но оно того стоит. К слову, есть еще и идеальное звуковое оборудование в России и знающие диджеи. И все это вы можете заказать в ProSound'е по телефону +7 951 470 07 70.